Всем привет! Сегодня 11 октября. На наши сервера пришло обновление очередное. Честно говоря, ни одно из обновлений не заметил я лично. Мне написали о них. То есть одно обновление мне написал Гринд, а второе обновление мне написал Мух. Да? То есть начнем из самого печального как бы, обновления. Как бы, у нас недавно было событие на богиню Дионисию, да, и там были у нее параметры парирования и ОЗ. Разработчики ошиблись, они исправили ошибку. К сожалению, я не нашел у кого показать на нашем сервере, но ей изменили бонусы. То есть сейчас она дает не парирование ИОЗ, а прочность и атаку. На данный момент она дает прочность и атаку. Причем ну, на шестом уровне 3840 прочности, по-моему, если я не ошибаюсь. Это очень даже круто, я бы так сказал. На самом деле, потому что давно не хватало красной богини на прочность, и вот наконец-то они ее дали. Это первое. А второе, то что нам добавили дополнительные слоты камней. Да, вот в героях размещение, эндо, экзо, у нас новые слоты камней. Вот, и они добавились в звезды. То есть, в принципе, может сейчас даже откроем, что у нас тут будет. Я не знаю, у меня сейчас камней нет заготовленных, в принципе. Я не подготавливался, я не знал об этом. Но сейчас что-нибудь мы попробуем вставить, то, что есть. Дальше будем уже, в зависимости от уровня, времени прокачки, то есть уже будем добавлять какие-то другие камни. На данный момент, я же говорю, поставим то, что есть. Не знаю, что здесь у нас будет. Допустим, поставим атаку. Пятый. Пускай будет. Плюс урон. Прочность. Дальше что у нас здесь опять-таки будет? Атака. Здесь опять же поставим. Плюс урон. Пятый. Здесь прочность. В принципе, я думаю, что везде так оно и будет. Здесь что у нас тоже хватает на атаку пятую, плюс урон, все по накатанной, да, и прочность. Везде пока пятый ставлю, ну, в зависимости, каждый день буду покупать камни дополнительно и уже буду прокачивать выше. Да, будем смотреть дальше, что у нас еще есть. Прочность и здесь, да, что у нас будет... Не знаю. Ну, пускай. Нет, мы вот здесь вот поставим плюс урон. У нас все равно плюс урон везде. И здесь плюс урон. Да, еще поставим смертоносность. Давайте два камня. Пусть будут. Ну, я, в принципе, буду смотреть. Я сейчас так просто ставлю, чтобы хоть что-то стояло. Дальше я уже немножко их поменяю. Да, еще атаку. Немножко мощи она дала. В принципе, вот они. 6 лотов на каждого героя. Это не малый бонус, если особенно прокачать камни потом дальше большого уровня. Я, например, разложу вот эти вот восьмые. Поставлю здесь седьмые. Вот. В принципе, это основные обновления. То, что добавили слоты. И то, что изменили под параметры богини Дионисии. Вот. То, что запустили события, в принципе, это, ну, я не считаю таким особо важным. Если я пропустил какие-то обновления, пишите в комментариях. Если что-то забыл сказать, тоже пишите в комментариях. Задавайте свои вопросы, я с радостью отвечу. Всем спасибо, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь.